Восточная Африка продолжает страдать от нашествия пустынной саранчи, какого здесь не видели четверть века. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, в регионе и так уже голодает 19 миллионов человек, а новое бедствие грозит ухудшить ситуацию. Это самая большая угроза. Мы называем угрозой и засуху, и наводнение. Но если сравнивать, то ситуация с пустынной саранчой – беспрецедентная угроза для продовольственной безопасности. Полчища саранчи появились в декабре в Сомали. Потом нашествие началось в соседних странах. На севере Кении родилось уже следующее поколение вредителей. Первые две недели жизни насекомые проводят на земле. В это время их легче уничтожать. Но в Кении почти полторы недели не хватало пестицидов. Фермеры лишь беспомощно смотрели, как гибнут посевы. Это пугает, потому что раньше мы не видели ничего подобного. Когда они садятся, то поедают все, даже траву. Если так будет и дальше, они съедят всю растительность. В соседней Уганде на помощь призвали военных. Они опрыскивают деревья рано утром, до того, как саранча взлетит. Эфиопским фермерам нужно 500 тысяч литров пестицидов. Но единственный в стране завод может сделать только 200 тысяч литров, поскольку из-за нехватки иностранной валюты не купить сырье. Пестициды можно сделать, но нужны деньги. Колония саранчи площадью в 1 квадратный километр может за день съесть столько же, сколько съедают 35 тысяч человек. Ранее ФАО предупредила, что к июню количество вредителей может увеличиться в 500 раз. Организация также заявила, что на уничтожение саранчи нужно 138 миллионов долларов. Пока доноры обещают 52 миллиона.